скромна, изящна, невесома, но лишь услышишь первый звук, наполненный любви и стоны, и все меняется вокруг. Как будто с голубиной стаи паришь свободно в небесах, летишь несбыточно мечтая, с улыбкой легкой на устах. Вот голос флейты, тише, глуше, и слышно лишь пение крыш, ее чарующую душу недаром Моцарт полюбил. На сцену приглашается квартет флейтистов «Интрада» Белышева Александра, Ткачева Анастасия, Крысина Дарья, Киреева Полина, Кастереде, флейты на каникулах, преподаватель Мелектева Елена Равиловна.